При совершенствовании инструментов иногда очень полезно обратиться к прошлому. Клещи с коробчатым шарниром всегда ценились за компактность, высокую нагружаемость и долговечность. Поэтому имеющиеся сегодня возможности производства позволяют выпускать их большими сериями, точно соблюдая все параметры. Так возникли компактные, легкие, прецизионные боковые кусачки для большой нагрузки и долгого срока службы. Классическим считается их использование электриками. Благодаря увеличению передачи усилий на 40%, процесс резания кабеля вручную стал еще легче. Подготовка кабеля по длине для последующего соединения завершается точным резом. Эта операция красиво заканчивается даже при отрезании многопроволочного гибкого провода, а если потребуется, даже при отрезании отдельных проводков. Наряду с этой произвольной программой Knipex X-CAD также выполняет любые обязательные задачи, присущие для универсального и прочного бокореза. Он режет заборную проволоку так же легко, как и гвозди, которые могут быть и толще. X-CAD режет чисто более твердую проволоку, например, колючую. С помощью X-CAD быстро режутся машиностроительные детали. На его режущие кромки никакого впечатления не производит даже пружинная проволока. Новый универсальный умелец уверенно и точно проявляет себя в различных рабочих ситуациях. Это же относится к деталям из пластика, например, к кабельным стяжкам. Они также требуют использования прецизионно выполненных и точно изготовленных острых режущих кромок. И X-CAD играючи справляется с работой. Боковые кусачки Knipex с коробчатым шарниром для обеспечения максимальной стабильности – компактные, легкие, мощные и точные –